все время. 28 июня 2016 год. Вот лагерь Стан. У нас стоит строй. На Тихнович. Андрей, иди сюда! Вот Рышишевский пруд. Я не выговаривать не смогу. Вот он. Конечно, не очень. Пойдет. Андрей, иди сюда. Вот Андрей с шариком. Нашим шариком. Хорош. Ну и что с вами делать? Давайте поднимаем и на ту сторону. Нет, подожди, на эту. Все на эту сторону зайдите. Вот дядя Никита, дядя Виталий, Игнат Тихонович, дядя Володя трудятся для плотины. Осторожно. Так. Веревка-то у нас где? Вот идут. Подождите, Мария. Опустите, Мария. Я не могу. Очень тяжело. Ясно. А ну посмотри, что мы зайдем. С этой стороны зайди. Ну, нет, помоги. О, вот работенка есть. Володя, бери на самый конец. Отойди. Володя, бери за конец. А там высоко меня. Высоко, высоко. Осторожно, не упадите. Кого? Работенка есть. Ну, спроси, Игнат Тихоныча. Ну, вот наши работяги самые маленькие девочки. Вон самая работяга такая, Маша. Сейчас пока нет, в данный момент. Сейчас мы вторую будем. Смотрите там внимательно, сейчас там сделаем. Ну, подходите вон там, где чашка стоит. Собака сюда больше не заходить. Угу. Иначе он цепи засыпет. Сейчас мы будем перетаскивать ее на ту сторону, посмотрите как. Полюбуйтесь пока на реку. Красиво. Песню-то выучили? Какую? Которую вчера писали. Нет. Ты выучил. Если ты выучил, пой. Не, не выучил. Ну, видишь. Ну, я, это я. Место! Да как наркоман, не сиди. Да. Говори. Вот, мы тут взять Володя, сыграть Тихоныча. Вот это все делали пока временно. Ага, потащи. И будет трактор приезжать. Дым, 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 дым. Полетел за 50 миллионов километров. Тина туда уходит. Вот переходной мостик, чтобы переходили все. Такой сделал дядя Никита с Виталий. Небо какое красивое. Никого. Вон Степан идет наш. Ты откуда?
А, Степа? Откуда ты? Откуда? Ну, понятно. Где они работают? Ну, понял. Пойдемте. Да? Вот вторая банка пошла. Веревка-то наша где? А, она там! Лежит прямо на краю. Знаю, кто где? Да, да, да. Да, я знаю, она вон там на краю лежит. Сейчас начнем перетаскивать. Где лопаты, чтобы было здесь? Ну что тебе, Мафей, нравится тебе? Да. Смотри, смотри. Утка. Вот она. Вон она. Видишь? О, уточка наша маленькая. А это точно утка? Да. Да, вон маленькая уточка. Все, уплыла. Смотри, Кирилл, снимай такое. Да я-то знаю, что снимать, Вик. Значит, мы ее, где вот Никита стоит, на этом уровне положим. Подталкиваем. Уходите, так. Отойдите. Мой папа охотник. Близко не подходите, подождите. Посмотрите, как Вика. Надо перетащить. Вот. Это когда людям показывают что-то, а этого ничего уже не видно, уже будет сделано. Когда здесь будут ходить люди, они даже не будут знать, что тут так там было тяжело, нет, трудно. Вот и мои ботинок, перчатки у меня. Давай. Эти? Да, да. Ты только не промахнись. Да, не промахнись, смотри. Метка? И лобка. Там где-то лопата, кто-то никто не сбегает за лопатой. Принесите. Там где лопата. Лопату принесите. Агня, давай только быстрее. Давай, Виталий, толкай. Отходи. Те, пожалуйста, отойдите. Держи маленько. Не давай воткнуться в это. Поднимай кверху. Вот кто-нибудь такое видел? Давай. Чтобы вот так бревна перетаскивали. Давай еще. Я вот не, например, никогда не увидел. Ну, вот. Больше не надо. Вот никогда так не увидишь. Подними еще, Виталий. Все. Я так не смогу. Пойдет? Я не вижу. Она как раз хорошо дает, не дает. Все. А тут они на тихонке перетаскивают. Да, вот, прямо вот подсюда. Тащили его. А что, я делаю за сосалу прям? Ну. По штану. Вам надо лопату туда подкопать? Ну, как он терпел, что у него в глазах вода. Ну, протянем. О, вон они, мои. Пока поставим. Это у нас очень длинное. А вот это, которое лежит под ногами, давайте ее. А вон цветочек. Да, вон. Стилим или увидим. Это надо было повыше, а выше некуда. Видали, тут целый двигатель лежит. Я знаю, железки. Шестеренка. Я с утра уже вижу. Вон то надо будет вытащить потом. Рогулина, мы не могли. Ее надо изнутри подпилить, она воткнулась. Так, топор где? Топор, топор. Топор. Топор принеси там. А где он? Где-то там. Где ж курили около тачки там. Надо до самой почти воды его отпускать. Прося, прося. Не надо их отпускать. Поднимись. Успокойтесь. Это не лопаты были. Ну-ка попробуй теперь. Подтащи. Нет, даже здесь такой ветер.
пониже, ниже, ниже опускай. Не пойдет. Нет. Не пойдет. Короче, взять. Надо ниже еще опускать. Ниже. Еще на себя возьми. Уедайте. Ничего не бросаем в воду. Надо на тот лес. Вот сюда вот я, чтобы ближе к той была. Иначе они просто лежат. Вот так. Там надо теперь как-то или пилить ее, или что, загнать ее ближе. Ну, отпилить можно. Ножовка можно. Вот эти рога, потом попробуйте, вот где Володя колено. Вот, место прибежал с топором. Игнат Тихоныч. Игнат Тихоныч, там топор. Там надо корень подрубить. Да тут какой корень, он вырывается. Опустить ну, надо. Заменим? А? Заменим? Я не знаю, пилить надо. Где большая пила? Большая там! А? Принести? Принести. Она около телеги. Видишь из-за чего? Неровно вот этот скат, и потом мы никак не можем по нему... Он расползся. Головастики. Ну, я говорил же, там головастики. Ну, там брать-то не знаю. Отпилить, покажи, где он надо. Вот на изгибе там. Нет, нет, ближе, ближе, ближе. Вот так вот, а и там выкопать. Подкопай под него лопату поближе, я брошу туда. Я покажу, где копать. Поближе копай. Во-во-во-во-во. Сюда ближе, сюда. Еще ближе. Еще, еще. Вот здесь откопаю. Вот. Во. Чтобы до низу она так стала. А ты вот здесь вот сейчас подкопай. Где вторая лопата? Посмотри. Она же сломана. Уже она сделана. А, сделана? Да. Ах. Она это, около телеги, значит. Место. Вот здесь вот вырубаем Антона, чтобы ее подвинуть туда. Вот как она лежит на этом уровне, вглубь заглубляй. Руби. И туда подвигай ее. Вырубай, вырубай. Дальше. Вот так. Выше мы, вот повыше помоги. Вот так, вот. Вырубай, вогнуть. Не, дыру не получится. Нет? Солнце будет светить. Плохо видно будет. Надо солнце спиной быть. Вырубай. Надо опустить как можно ниже. Просто чтобы показать, что там делает. Так, пилу, принес пилу? Давай. Да, вот. Так, Мета, Никита, отпилите идите, а я здесь топором порубаю. Давай. Потихоньку. Ты не говори, отойди. Андрей, не надо туда шарика вести. А пойдет? О, дядя Володя, здесь Никита пилит. Раз, два, раз. Василия маленько, дерни. А то у меня тут не заходит. О, хорош. Тилыч тоже трудится. Вот начали наши братья пилить. Аккуратно только, не заткни. Ребят, тихо. Там где-то рядом, где это? Где-то что? Там внизу стоит. Она внизу, возьми виходку сначала, внизу. Вот тут внизу. Которой мазать. Да. Вот и все. А бутыль где, Волк? В кустах вон там. Попробуйте. Ну, так. Подожди, тут у него это... А, сучок упирается, вот.
Вот это, видишь, непредвиденный. А если перевернуть ее? О, смотри. Переверни это другой стороной. Она, может быть, так ляжет. Ну-ка. Все сели, смотрят, как работают мужи, ну, наши братья. Ага. Вот Виталий идет смазывать. Давай. Посмотрите теперь, как делается. Тихо, не обмажьте меня. Не запись. Никита, подойди сюда. Не обмазали, Кирилл? Встань он туда, держи. Слушай, ты должен серьезный человек быть. Так, отойди. Ты куда? Встань вот сюда. Ну куда? Да неужели я сверху буду брать? Куда тебя понесло? Ты сказал, смотрите, стой, как делает Игнатий Тихонович. Щипцы. Подставь ее. Наблюдайте. Хирург будет работать. Ну, мазилку, ты можешь ручку отодвинуть? Ты же мне закрыл все. Так, обожди. Все. Начали делать. Это надо с той стороны все потом промазать. Мы мажем только для запаха, чтобы бобры не кусали, не грызли. Вот здесь Володя умывается там. Это же в воде. Кого вас зовут? Ну нет, там мальки маленькие. Как, Володя, на, иди. То ли по воде идти надо, или как? А как по-другому? Нет. Нет, я дотянусь. На. Крутанется, и ты упадешь. Вон тут сначала промажь. А тут тоже. Давай, Сина. Здесь у нас место. Встань, вот это, держись, держи резяку. Ему подавай. Не упади, это очень ценно. От жары просто все заходит. Топор здесь взяли? Да. Да, взяли. Давай. Хочешь кушать? Володя, только смотри, на мазанную не садись. Подтяни к ему мазанную. Сейчас, подожди. Что ты хочешь делать? Ну, зайти в воду. Володя, слазить нет нужды никакой, не надо. Потом мазилку дашь мне, я тут промажу. Давай. Все, 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 хорошо. Я промажу отсюда. Дай ему дальше туда пройти. Никита, потихоньку подтяни ему, чтобы он мог махнуть. Сможешь, нет? Так поверни ему боком-то. Он наконец-то все, слава богу. Маш, не ставь, держи просто. Видите как? Бобер будет грызть, а тот он не будет грызть. А собачка где? С Викой. А? С Викой. Чтобы она на пути не стояла, она он подошла вплотную уже. Я сказал не подходить, где иди, уведи ее дальше. Кому собачка нужна была? Уведите дальше оттуда, не ходите рядом. Это очень опасно. Ну идите с собачки в сторону, отойдите. Метров на 100 хотя бы. Вика, да. Интересно. Мертвая зона, беги. Угу. Уйдите метров на 100 с собак. Он прямо сюда гонит ее. Ну, фрося, уведите фрося, или никогда делай. Давать не буду. Скажи, уперлись, как будто медведь перед ними. Просят собаку, не могу отогнать. Ну идите, кто просил собаку. То иди, возьми ее. Ты же просила. Нет. Возьми собаку, иди вон туда дальше, отойди на бугор и там постой. Иди. Они уже побежали. Ты все время просишь. Они побежали. Говорят, что она мешается здесь, здесь опасно. Мы уроним и убьем собаку. Возьми ее вон там на бугор, там постой. Смотрите, если сидите здесь, что делается. Видите, какая работа идет. Вот сюда будет бульдозер толкать воду. А так сказать, землю. Земля уйдет, вода уйдет, а земля останется. Ей земле нельзя будет разжижаться далеко. Да. Вот да. Все. Буду. Возьми, Володя, обмакни и больше налей туда в угол. Она промокнет. Десять. А теперь будем носить вот такие сюда палочки и вот так вставлять. Надо.
А ее палочка, чтобы она вошла там в землю. А потом между собой собьем и сянем проволокой. Придется опять раздеваться и в воду лезть. Так, все. Все закончено, давайте домой. Поднимайтесь. Домой. Поднимаемся? Да, вы уже все увидели. Тут больше нам ничего не светит. Вон он везде. Кое-как прогнал. Собака, это опасно, когда она здесь. Она, дальше батюшка привел, она под ноги кидает, что с ног сшибает. Но... Не слушайте. Нету ягоды, еще даже не поспела. Что ты? Собирать. Она еще даже не выросла. Не то, что не поспела, у нее вообще еще ягоды нет. Все. Поставь сводку, поставь. Все, теперь идем мы домой. Лагерь Стан идет домой. Вот, увидели наконец-то. Тут будет озеро. Если Господь благословит. Это все выпиливать надо. Так, Крося, до дому доведи. Посчитай, сколько будет. 14. Да, если меня не будет. Все, тогда давайте. Слушайте, еще просто скажет. Да, мы уйдем, никуда не сворачиваем. Никто не разбегается. Подойдете туда, чтобы... Да, это... Это у нас 6 часов пополудни, сегодня 28 июня. Ну вот, что работа. Виталий все складывает в одно место, то, что у нас осталось, с избытком привезенное. Это у нас уйдет на другой мост. Это очень много осталось, но мы не знали, что будет. Ну, эту большую как-то один конец, другой конец, а потом... Всю эту кожуру собери там где-то. Так, пошел дальше. Кто еще делает? С чем завершается? Экскурсия была. Вот. Вот пришли, какое было, и когда уходим. Еще не уходим. Солнышко еще высоковато. Ну вот идем, смотрим. Это вот Володя по краю. Вот такие вот кусты были. Вырезал под корень. Нам охота отбиться от бобра. Вот. Ну а тут с этой стороны бобринное царство. Нам, чтобы он не тащил хотя. Но это уж никак ничего не сделаешь. То ли охотников звать каких, то ли что. Вот я тут сколько мог дальше напилил. А Кирилл тут собирает. Не тяжело тебе, Кирилл? Нет. Видишь, по веточке он выкидывает. Я ему сказал, сколько ты отработаешь. Сегодня 2 часа он отработал. Завтра он не будет работать до обеда, будет отдыхать. Но при условии к работающим, чтобы он не подходил, иначе будет работать. Вот что здесь, видите, какой прорыв, видимо, воды был здесь. Вот оно как идет. Он забросал ее ветками, но пришлось ему выбрать все это. Теперь мы эту сторону закончили, показали тем. Сейчас стягивают проволокой. Там Володя. Вот сверху, когда заложили, это березовое, привезли мы 4 жерди. Вот мы их здесь прибили. Теперь проволока обхватывает и с той стороны также. И вот лежит проволока, достали. Ну, проволока не новая, нам какая разница. А тут здесь Никита. Я сказал, привяжи хотя бы веревочками пока. Только от солнышка спрячь мешок, чтобы солнечные лучи его не испепелили. Вот смотрите, какое озеро. Прекрасное. И вот если мы поднимем воду здесь на 1,5-2 метра, понятно, что все изменится. Так, это, у тебя сапоги-то резиновые, нет? Хотелось вон те сучки убрать. Вон, отпилить. Ну, Володя, когда сделает там, то вот они сейчас проволоку натягивают и между собой верхние. С верхними, нижние с нижними по 2 углам. Чтобы когда будет нагружаться бульдозером земля, ну, чтобы она не раздвинула их. Поставили подставки, вон 2.
Володя тут поставил, несколько раз промеряли, тут я вырезал. Всем находится работа. Вот Никита тут. Временная эта работа, но она нужна, чтобы по ним можно было ходить и дальше там закрепить этой жерди. Тогда он с проводами-то пойдет, с проволокой, тогда легче будет держаться. Желательно, Володя, чтобы она захватила хотя бы несколько этих. Ну, одну-две, вот боком, которые лежат. Проволока. Не просто за эту, она перережет проволоку и выскочит. А так она будет держаться за эти, зацепиться. Вот, что? За стояки. Если за нижнюю нельзя зацепить, за слегу. Нет, за нижнюю можно. Можно, можно. Ну, за нижнюю, за вторую. Да. Ну, тогда дело другое. Если там что-то, это березовые мы привезли. Когда бульдозер будет работать, тут позовем, чтобы спилили нам вот это лишнее. Вот видно дальше, Володя, он прошел. Вот так, сколько я мог, тоже там кусты пробрал потом. Сегодня мы уходим совсем. Нас ждут еще три пруда. Незаконченный средний, где купается середина, бетонный спуск. Его надо залить, забить, чтобы поднять общий уровень воды. Ну и там дальше у нас называется южный. Южный, а вот это северный. Северный. Это большая работа, пруды восстановить. Видите, сколько здесь? Это вообще, ну сколько метров? 6-7. А тут пролив, промыв немного поменьше. Вот этим мы закончим сегодня. Он, Володя, завязывает. Я подойду поближе. На солнце ничего не видать. Не знаю, даже видно его или нет. Солнце отсвечивает. Ничего не вижу. Полез туда, а ноги не гнутся. Я говорю, все, ребята, отбаловался, пошел. Ну, нашел себе работу. Кусты резать. Никита, голыми ногами не становись на нижнее, которое протравленное мазутом. Ноги будет трудно отмыть, и все это на простыне будет. Так обувши и ходите. Вот она тут, проволока уже потянута, не знаю, видно, не видно. Вообще ничего не вижу, сейчас снимаю. Туда идет. Видите, судить проще всего лежа на боку. Мне нравится выражение Шота Руставели, Витя с тигровой шкуре. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Ну а ты тут вот, ступись и подумай, как будет. Я скажу, что у каждого есть это поприще, просто не хотят люди видеть. Володя, потом, если можно будет, там отпилить вон те сучочки внутри. Остались. Какие? А вон в воду заходят. Вон, с той стороны. Ну, я понял. И потом вон, которые в воду заступают, торчат, просто они портят всю картину. С той стороны в воде. Ну, маленько, сколько можешь, натяни. Не натягиваются, ну... Может, она и не потребуется так, но на всякий случай. Все. Все, тогда я отошел. Показываю, какие у нас чудесные ножницы саперные. В мизинец почти толщина. Ну, поменьше, конечно. Ну, где-то шестерку рубит. Какие кусты. Ничего нету. А когда-то тут рыба была, все. Мне всегда припоминается песня «Счастливее дочерей поется, хотели матери-матери». Там. Вот так и здесь. Чтобы дети, которые подрастают, ну, они так трудиться-то не знают это. Они со мной эти все запарились, работают. Сделать все. Сделать так, чтобы не портилось. И чтобы они приходили и могли тут покататься, помолиться, полюбоваться. Помянуть нас, грешных, которых не будет. Мы навоз для следующего поколения. Вот оно, внутри лежат какие. И от них туда павшие деревья. Это все нам придется вытаскивать. Но уже сегодня нет. Главное, сделали переход. Переход вот у нас сделан. Все, а перехода вообще не было.
мертвая зона. А тут по ним пройдут. Мы сделаем тут повыше потом. Тут можно сделать и лавочки отдыхать, и пирс построить. Ну, что угодно. Но сейчас это мелкое, не больше метра. И вот где-то мутная вон вода в проломе. Это означает, ходит бобер здесь, мутит воду. Вот. И он выламывается здесь. И такие большие норы, прямо страшно. Это моя ножовка, моя. Положи ее на место. Я положил ее специально здесь. Положи, где она была. Ты ее где взял? Я принес, чтобы она не потерялась. А откуда ты принес оттуда? Я не знал, что вы туда ее положили. Нет, ты ее поднял с полу, что ли? Да. Ну, это я положил для себя. На дороге лежала. А? На дороге лежала. На дороге. Я где кусты? Отсюда лес тогда пили. Ты собрал все? Я хотел посмотреть, что сделали. Ну, иди посмотри. Мою ножовку не тронь. Стой, перепутаю ты. Так, поправишься? Да, поправлюсь. Ну, давай. Что по силам? Я сейчас отхожу и буду здесь, с той стороны, маленько попилю. Все, пока. Вон, Виталий пришел посмотреть. Отошел.